Заказать общепользовательскую транспортную карту по Почте России не представляется возможным. Вместе с тем, данную карту можно приобрести в отделениях Почты России, специальных пунктах продажи ОАО «Пресса», уличных терминалах продажи и пополнения транспортных карт, а также в офисе ОАО «Тюменская транспортная система» по адресу город Тюмень, улица Котовского, 52. Время работы ежедневно с 8 до 20.00. Более подробную информацию о стоимости карты, о количестве и размещении пунктов продажи и пополнения транспортных карт можно узнать на сайте ОАО ТТС. Ответ на этот и другие вопросы читайте в четверговом номере газеты «Тюменская область сегодня», а также смотрите на сайте газеты.